Сегодня мы имеем честь и радость приветствовать Его Святейшество Василия Марфому Матфея III, католикоса всего Востока, патриарха Маланкарского, а также сопровождающих его лиц. Вы представляете, Ваше Блаженство, древнюю Маланкарскую церковь Индии, которая основана была в первом веке апостолом Фомой. И на протяжении тысячелетий ваша церковь несла служение на индийской земле и сумела сохранить свою подлинность, идентичность и верность апостольской традиции. Вы находились и находитесь в окружении нехристианского большинства, и потому требуется особая мудрость и одновременно особое благочестие, взирая на которого не ваши нехристианские сограждане проникались бы уважением к вам, ваше блаженство, к епископату и ко всей церкви Маланкарской. В этом смысле вы несете очень важное свидетельство православия в одной из самых многочисленных стран мира, в которых христианство не является большинством. Прибытие вашего святейшества в Россию, конечно, свидетельствует о наших братских отношениях не только между церквами, но и между нашими народами. Они скреплены веками дружбы, сотрудничества, и ваш визит имеет еще, конечно, и личные измерения. Некогда вы обучались в дорогой моему сердцу Ленинградской духовной академии. Вы хорошо знаете и любите нашу страну. И спустя 44 года вы вновь среди нас, любящих вас братьев, но теперь уже как предстоятель Маланкарской церкви. Уверяю вас, что ваш визит впишет новую добрую страницу и в отношении между нашими странами и между нашими народами. Да хранит Господь вас, ваш епископат, церковь вашу и дружественной России индийский народ, укрепляя вас всех в единстве, несмотря на религиозный плюрализм и культурный, то также сохраняя вас в способности, в том числе сохранять свою историческую и религиозную идентичность. Мы рады вас видеть, ваше блаженство, и сердечно приветствуем вас от лица Русской Православной Церкви.